В конце этого года в центре Нарьян-Мара по улице Смедовича откроется деловой центр. Офисы будут расположены в здании, где изначально планировалось открыть зал торжеств. По словам компании-застройщика, внешний вид здания не будет портить вид исторической части города. Александра Литкова расскажет подробнее. Этот земельный участок площадью более 700 квадратных метров в центре Нарьян-Мара в районе исторического здания почты и храма в 2018 году был предоставлен компаниям «Верса-М» и «Техноконтроль», которые в 2021 году планировали построить здесь зал торжеств за счет собственных средств. Но в силу определенных причин стройка была заморожена. А весной этого года застройщики продали право аренды земельного участка и недостроенный объект Заполярно-сервисной компании. 13 апреля текущего года этот объект был продан компанией Заполярной сервисной компании, общество с ограниченной ответственностью, которые обратились к нам в этом году, в апреле, и оформили договор аренды с 13 апреля 2021 года по 12 апреля 2024 года, однократно по завершению. Завершение строительства, под объект незавершенного строительства, возможно предоставление земельного участка, однократно. Как пояснили в Заполярно-сервисной компании, полностью разбирать уже построенный корпус сооружения они не будут. Но некоторые изменения все же произведут. Поменяется и назначение здания. Вместо зала торжеств планируется открыть деловой центр. Строительство делового центра начнется в ближайший период. Закуплена вся необходимая материальная база. Окончание строительства планируется к концу этого года. По словам директора компании и застройщика, внешний вид здания не будет противоречить историческому облику Нарьян-Мара. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, телеканал «Север».